Это кадры из репортажа, снятого нами 12 мая. Уже 14 лет недостроенное здание, занимающее много места во дворе по адресу Хатаинский район, поселок Ахмедлы, улица Шихлинская, создает для жильцов большие проблемы. Помимо того, что недостроенное здание занимает большую часть двора, место, заполненное мусором, напоминает свалку. А это, в свою очередь, загрязняет воздух и негативно влияет на здоровье людей. После показа нашего репортажа на территорию были привлечены техника и специалисты. Несколько дней назад вместе со съемочной группой мы стали свидетелями антисанитарии, которая здесь была. В настоящее время здесь работает техника и проводится работа по очищению от мусора. Обязательно там надо проводить работу по очистке. Все было в мусоре, теперь там стало хорошо, чисто. Надо сделать так, чтобы это место всегда было в чистоте и порядке. Здесь все было в ужасном состоянии. Слава Аллаху, все убрали. Желаю, чтобы всегда была чистота. Итак, проблема нашла свое решение. В настоящее время работы по очистке продолжаются. Осталось только решить, как использовать это место с пользой. Надеемся, что и этот вопрос решится. Фидан Бабаева, Хейдар Расулзаде, новости АСТВ.